Сорт острого перца Rainforest переводится как тропический лес. Этот сорт родом из бразильских тропических лесов. Он не любит прямых солнечных лучей. Его надо высаживать только где-то в притененном месте. Высота такого растения может достигать до 2 метров. Это сверхвысокоурожайный сорт слабоострых перцев. Острота такого перчика от 1000 до 5000 единиц. Как бы слабоострый. Такие вот перчики, они толстостенные, довольно сочные. Куст надо подвязывать. Здесь невероятное количество стрючков у него. Таких перчиков пряный, слегка перечным вкусом. Очень интересный сорт. Срок созревания таких перчиков 80 дней. Это довольно ранний сорт, так что можно выращивать его в теплицах. И как обычный перец. Почему? Потому что он за 80 дней довольно быстро созревает. Главное не сажать его на открытом солнце. Он растет в лесах, там где повышенная влажность, и очень сильно любит воду. Вот такой вот красавец. Плоды могут достигать 6 сантиметров в длину и 4 сантиметра в ширину. Такого перца еще бывает пестрые листья. Это не у каждого сорта. Пестролистные он. Они могут быть как зеленые, так и пестрые. Но пестрые в основном, когда на него сильно много попадает солнца. Так очень-очень хороший сорт. Такой сорт не требует формировки куста. Он, видите, он очень-очень раскидистый. Вяжет невероятное количество плодов. Одного такого куста, вот как у меня маленький, он где-то сейчас сантиметров, наверное, 40. Можно собрать до сотни таких перчинок. Вот рядом еще кустики, вон, целая куча их. Такой хороший перчик. Вот такая вот интересная форма этого перца. Вот видите? В конце он, такое ощущение, как будто он собран в мешочек такой каплевидной формы. Может быть и такой вот формы, в виде колокольчика. Вот круглый. Давайте взвесим вот одну перчинку, сейчас посмотрим, сколько она весит. Вес одной перчинки 9,88, ну 10 грамм. Сейчас разрежем, посмотрим, какая она внутри. Перец очень толстостенный, очень толстые стенки. Приятный такой аромат с него идет. Такой перчик можно даже выращивать у себя дома на подоконнике. Кустик будет небольшой, где-то, наверное, в пределах 30-40 сантиметров. Если его не подвязывать, плоды будут просто свисать. Его можно подвесить в вампельном горшке. И будет смотреться очень-очень красиво. Этот сорт перца просто незаменимая находка для любителей выращивать острый перец у себя на подоконнике. Ну, не у всех же бывает окно на южной стороне. Этот перчик как раз не любит южную сторону. Он любит притененные места. Единственное требование — это постоянная влажность почвы. Этот перец вас порадует своими большими урожаями.